ловить еще горение новогоднего поезда. И сейчас я еду ловить новогоднюю жары. Да, я сдержала обещание. Я сейчас... Да, короче, я сейчас выехал заранее. Сейчас я отъезжаю с 15-15 Крабуновская. Скоро мы уже будем на Пушкинской. И, короче, я сдержал свое обещание. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не знаю, наверное, в этом видеоролике я словлю только Ежикри. Может быть, еще два, которые я не словлю. Но я думаю, что это будет последняя часть поиска и поездов метро. Точнее, не именных, а на новогодних. Будет, ну ладно, посмотрю, может быть и не следующий, ладно. Ну что, ребята, на станцию въезжает всеми наш любимый новогодний ЕЖ-3! Заходим. Это очень классно. Все, пошли. С вами будет очень хорошо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кузнецкий мост. Классно. Будьте вежливы. Здесь, рядом с дверьми, вот такие вот елочки, елочные игрушки. Наверху гирлянды, тоже ветки елок, елочные игрушки. А также белый окрас и, конечно же, а вот что на окнах. Такие вот светильники. Очень классные. Вон там Москва едет, смотрите. А мы на ежике. Отправление со станции Кузнецкий мост. Там уже пассажиры снимают этот красивый поезд. Вот классно вообще. Еще ловлю. Ну, короче.
вечер, ребята. Я сейчас решил на БКЛ словить новогоднюю Москву-2020. Она скоро будет сейчас у нас на станции ЦСКА. Мы пройдем до Савеловской. Ребята, посмотрите на эту красоту на станции. И прибывает новогодняя Москва-2020. Встречаем! Вот. Красота вообще! Смотрите! Снова два сердца столиц. Вы посмотрите просто на это чудо. 2023 год. Ну что, заходим. И внутри у нас тут, конечно же, снежинки. Что у нас снежинки и ничего. Сниму немного обзора. Ну, поезд обычный. Кроме снежинок. По снежинкам можно догадаться, что это МГ-поезд. А не какой-то обыкновенный. Да, тот самый комплекс кольцевой линии. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. Так. Вот. Ладно, я еду до Савеловской и будем уже провожать этот поезд в оборотный тупик. Ну что, а мы выходим из новогоднего поезда. Вот снаружи красавец прям. Ну вот, в принципе, поезд классный. 2 сердца столицы. Поезд у нас отправляется в тупик. Поеду домой. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была вторая часть охоты за новогодними поездами метро. Следующая часть будет последняя. Она будет про новогодний Русич и про прогулку по центру города. Ну что, с вами был Гордей. Всем удачи, всем пока-пока!